На этой неделе архивы республики распахнут свои двери и в вечерние часы. В Чувашии решили поддержать ежегодную всероссийскую акцию «Ночь в архиве». Организаторы подготовили для гостей специальную программу. В Государственном историческом архиве всех посетителей будет встречать архивариус в мантии. Для нынешнего времени это большая редкость. Гостям этим вечером покажут хранилище историко-культурного наследия республики. Здесь будет работать выставка статей, книг и архивных документов классика чувашской поэзии Константина Иванова. Работники архива продемонстрируют горожанам и фотографии столицы республики 17-18 веков. Художественные и документальные фильмы о войне зрителям покажут в архиве электронные кинодокументации. Всем желающим проведут и увлекательную экскурсию по фондам. Посетители смогут узнать, в каких условиях здесь хранят старые ленты. Горожане смогут принести с собой документы, фронтовые письма участников Великой Отечественной войны. Их будут бесплатно оцифровывать на электронные носители. Этим вечером в читальном зале презентуют электронный фотоальбом «Герои в строю и поныне». Акция «Ночь в архиве» состоится 23 апреля. Для всех желающих двери учреждения будут открыты с 5 до 9 часов вечера.